Зимняя заготовка с баклажанами – отличный вариант разнообразить повседневный стол или любое застолье. Приготовить баклажаны с зеленью на зиму достаточно просто, рецепт можно назвать ленивым. Для любителей остренького – баклажаны с чесноком и зеленью. Закуска получается восхитительная, рецепт непременно стоит попробовать. Такую закуску можно употреблять уже через 8-10 часов, но лучше дать ей настояться хотя бы несколько дней, тогда вкус будет более ярче и насыщеннее. Подойдут такие баклажаны в качестве гарнира или как основное блюдо. Баклажаны – 500 грамм, чеснок – 1 штука, петрушка – 1 пучок, уксус столовый 9%, 1 столовая ложка, сахар 0,5 чайных ложки, по вкусу, соль – 1/4 столовые ложки, по вкусу, растительное масло – 1/4 столовой екана, количество порций – 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на сковороде на среднем огне, периодически помешивая до золотистого цвета. Переложите обжаренные баклажаны в глубокую миску. Добавьте измельченный ножом чеснок, масло, соль, сахар, уксус и нарезанную мелко петрушку. Все хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут. Переложите баклажаны в стерилизованные банки. У меня получилась одна баночка объемом 500 грамм. Прикройте банки стерильными крышками и поставьте в кастрюлю. Налейте в кастрюлю воду и стерилизуйте банки 25 минут. На дно обязательно положите небольшое полотенце, чтобы банка не лопнула. Затем банки закатайте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до остывания. Храните закуску в прохладном месте. Удачных заготовок!